приехал сегодня в Пихтовку. Хотим купить карпа, личинку карпа, чтобы зарыбить Соколовский пруд. Сейчас вот тут мне обед. Маленько подождем и оплатим 50 тысяч личинок. Вот. Запустим Соколова в пруд. Мальковник. У нас там есть такой хороший человек, Лисов Сергей. У него там специальный прудик такой сделан, чтобы личинка там выращивалась. Потом осенью уже мы туда достаем нормальных мальков. Вот. Он нас научил этому. И осенью будем доставать и уже потом отправлять в большой пруд. Ну как-то так. Сейчас обед пройдет и пойду оплачивать. Нет. Ну вот, оплатили. Сейчас мы поедем получать. Видишь? Где? А, вот это малек, да? Зачем то? Медведи стоят. А? Медведи. Ага, вот это все личинка, короче. Да. Сейчас ее будут черпать вот так вот. Опа. Раз. Опа. Куда они? Все, это 50 тысяч. Плюс-минус 5%. А, плюс-минус 5%. И еще вот там в ведре, не знаю, тоже, наверное. Вот так вот ловит человек рыбу сразу. В будущем это 10 тонн. А может и больше. Все, вот так вот. Сейчас вот этот пакет. Ну все, до свидания. Сейчас я буду помогать. Сейчас мы, короче, кислородом туда бахнем. Какой-то. Чтоб не надольше хватило. Чтоб они там не задохнулись. Все. Ну и все. Вот такой незамысловатый процесс. Ну вот. Привезли рыбу. На ее новое место жительства. Вот, урочище Ефимково рядом с Соколово. Вот такой вот здесь небольшой прудик. Вот такой вот небольшой. Там утки вон плавают. Ну, нифига себе выводок. Смотри, вон там уточки. Смотри, вон там уточки плавают. Уточки. Ага. Смотри, как много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И уточка. Вон там уточка. Ой, а вон там утятки. Это мама. Ага. Вот. Он такой небольшой. Летом он хорошо прогревается. И здесь хорошо живут рыбы. Карпята. А вон там еще уточка. Вон там, видишь, Арсений? Вон там уточка. Вон там. Смотри, вон там, видишь, в кустах? Вода. Угу. Два выводка. Ну что-то у этой мало совсем. Два утенка всего лишь. Вот так вот.
Сейчас мы достанем. О, я хочу и будем посмотреть. Пересаживать. О, я люблю. Вот. Ну вот, положил я их в пруд. Сейчас маленько температура сравняется чуть-чуть. Сюда маленько воды добавим еще, чтобы не сразу. Сынули у меня. Штаны замочил. Вот так вот. Сейчас мы немножко подождем. Воды еще дочерпнем. Ну и потихоньку начнем. Начну выливать. Вылью. Ну вот. Летом в этом прудике карп вообще нормально вырастает. Хорошо. Из личинки 10 бычков как-то достали отсюда. А зимой не зимует. Вымерзает, видимо. А летом вот хорошо ему здесь. Особенно личинки. Врагов у него здесь нет. Никаких. Только жучки да паучки. А так хищников, щуки, окуни, ничего нет. Вот так вот. Ну, все. Сейчас, надеюсь, весной нормально здесь растет карпика. Пересадим потом. Зарыбим что-нибудь где-нибудь. Какую-нибудь рыбу. Соколова, Никишата, Сергеевка.